важный момент открытия нового манежа для того, чтобы у вас были все условия заниматься, учиться игре в футбол. У нас сложный климат, а манеж позволяет в хороших условиях, в такой форме и договориться заниматься, чем хотим. Пожелать вам получать удовольствие от тренировок, расти и вырасти хороших футболистов в Локомотиве. Создаются почти идеальные условия для подготовки наших футболистов, я имею в виду российских, с учетом сложного климата, так сказать, в связи с тем, что у нас, считай, полгода зима. Поэтому строительство такого манежа, я надеюсь, что оно позволит воспитать высококлассных футболистов. Когда ребенок приходит и родители видят, где условия, конечно, они приведутся, где условия лучше, правильно? Поэтому здесь все взаимосвязано. Мы основной акцент делаем в развитии на нашу академию, наших воспитанников. В первую очередь манеж рассчитан на младшие возраста, как мальчиков, так и девочек. Но я не исключаю, что и старшие возраста тоже будут здесь заниматься. Поле у нас 53/32. Это для детей до 12 лет, соответственно, и малыши, которые младше, могут на этих полях играть. Только использовать это поле мы можем как поперек, так и, соответственно, вдоль. Поле у нас будет загружено, я думаю, с утра до ночи. Уже с 9 утра у нас начинают дети маленькие, которые еще не учатся в школе и занимаются в мастер-классе. После уроков, соответственно, уже академия, соответственно, дети будут заниматься на этом поле. В моем возрасте, конечно, таких шикарных условий не было, ни манежа, ничего такого. Мы занимались, как я помню, это вот на школьном поле, там вот эта вот земля, полутрава. То есть не было ни формы, на форму мы сами клеили свои номера. Девчонки вообще, не знаю, не уступают, а через пару лет так вообще не уступят даже нам. Я очень нравится играем с рыбами, дети, потому что всегда очень рад. Хочешь каждый мяч, хочешь забить. До игры все сказали, давай забить. Тебе мы нужны 3 гола, 4 гола, 5 гола. Я сказала, нормально, давай. Это было круто. Очень хорошая атмосфера, и я была очень рад. Я могу здесь сыграть. Я надеюсь, и все мы об этом думаем, что наши футболисты, как женщины, так и мужчины, будут достигать самых высоких высот, то есть становиться чемпионами страны. И надеюсь, что когда-нибудь и у мужской команды еще раз появится вот такой перстень. Это перстень чемпионов. И у женской команды тоже. Мы на правильном пути. Я думаю, что нас ждет светлое будущее.